Мы смотрим длинную шубку, я это уже по весу поняла. Ой. Вы наверняка знаете, что эти шубы стали популярны еще в прошлом году. Очень во многих российских шоурумах, у российских брендов представлены были такие шубы. Как вы видите, здесь вообще не совпало ожидание с реальностью, потому что это не рысь, это просто далматинец. Это была в районе 5500 рублей, без скидок. Это у меня в размере L. Здесь мех бело-серый, как бы под песца, скорее всего. Нет, естественно, никакого наполнителя. То есть это просто легкая накидка для вашего какого-нибудь суперэффектного образа. Вот эта шуба плотнее. Она, конечно же, лучше, чем предыдущий далматинец. У нее тоже есть вот такой вот поясок. Тоже немножко у нее лезет мех. Тоже длина здесь миди. Носить это все с черными леггинсами, черными жокейскими сапогами и черной водолазкой. Вариант тоже короткий. Это тоже шуба под песца. Кстати, вот это неплохо выглядит. Действительно, мне нравится расцветка. Серая, то есть здесь такой градиент серый идет от темного к светлому, и это прикольно смотрится, почти что как натуральный мех.